Изъяли почти 3 тонны запрещенных веществ за 13 лет. Такие данные озвучили в преддверии Дня работников наркоконтроля в Самаре. На торжественном собрании сотрудников областной ФСКН подвели итоги работы и озвучили планы на будущее. Напомню, Госнаркоконтроль был создан по указу президента России в 2003 году. Благодаря деятельности офицеров спецслужбы в Самарской области до потребителей не дошло около 13 миллионов доз наркотиков. Причина деятельность почти 350 драгдилеров и представителей преступных сообществ. Ликвидировано более 800 притонов. Благодаря вашей повседневной кропотливости. Для меня тоже стало открытием это то, что граждане у нас неравнодушны с этим. Мы только вот в начале 2016 года получили около 600 уже звонков на телефон доверия, на электронную почту. В прошлом году у нас было 3000 таких звонков и обращений. И мы реагируем практически на все. Наверное, будем все вместе бороться. Я думаю, что мы победим. Победим. Обязательно.